Так мы переходим к практической части. Кейс следующий. Я пишу кейс, и я прошу вас определить, нарушил ли адвокат, который присутствует в этом кейсе, кодекс профессиональной этики адвоката, соответственно, необходимо сослаться будет на кодекс. Об этом адвокате мы говорили прошлый четверг с адвокатами Волгоградской области. Это адвокат Олег Сухов. Он разместил в сети интернет свои фотографии топлес. Ну, не совсем топлес, ну, с открытой грудью. Но у него есть и другой, мы рассмотрели, есть у него и другой кейс, у него есть сайт. И на этом сайте он разместил описание успешных своих дел. Ну, те дела, по которым он выиграл. Он не написал там фамилии доверителей или клиентов, он там буковки только поставил, то есть они не идентифицируются. Ну вот разместил эти дела там в хронологическом порядке, вот можно зайти на сайт и их посмотреть. Вопрос такой, нарушил адвокат этику, да или нет? Можно вопрос? Да. А я вот заходила на его сайт, смотрела дела, там он не только буковки пишет, но и пишет и фамилии, и имена как бы полностью писал. Вам бы в следствие пойти. Давайте то пока вырежем, будем, как будто он фамилии не писал, чтобы мы не отклонялись на другую группу. Потому что где я посмотрел, там были буковки. Ну, значит, я просто дальше смотрела, пожалуйста. Он не ожидал, что вы дальше посмотрите. А в связи с чем нарушил? С тем, что топлис разместил нам? Не, топлис это просто. А, это все, просто, это, да? это вырезали. Нет. Тем, что нарушил ли он кодекс профессиональной этики адвоката тем, что разместил кейсы своих успешных дел. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает задание. Вероника, вы понимаете? Понимаю. Что он делает? Наверное, кодекс профессиональной этики. Разместив на сайте, кейсы своих дел, которые успешно завершил. Спасибо. Итак, время истекло. Я прошу поднять руку того, у кого нет своей позиции по делу адвоката Олега Сухова. Хорошо. Давайте восстановим алгоритм все-таки. Мы давно не проверяли, никогда не проверяли, только на первом занятии. Алгоритм квалификации. Напоминаю, что мы с вами развиваем. Мы с вами развиваем и у вас, и у меня такую компетенцию, как квалификация. Это важная, важнейшая компетенция юриста. Умение квалифицировать. А что это такое, сейчас мы узнаем. Пожалуйста, кто сможет проговорить, что такое квалификация по этапам, пройдясь по этапам. Да. Ну, вообще, надо сказать, что квалификация состоит из четырех этапов. Первый этап это фабула, то есть должно быть конкретное дело. Затем, не спеша. А вот сейчас было, можете фабулу обозначить? Да, могу обозначить. То есть это адвокат Олег Сухов. На своем сайте размещал информацию о своих доверителях, своих клиентах. Значит, фабула выделена, да? То есть Сухова мы не как человека рассматривали, а как адвоката, разместившего где-то информацию определенного качества. Все, текст, кейс есть. Дальше. Затем нужно это поиск той нормы, с которой та или определенная норма разрешает это делать или не разрешает. Значит, уже было задано, да? Фрейм был задан, это кодекс этики. Да. Там как вы искали? Какому? Какой техникой вы воспользовались, чтобы найти все-таки закон? Я смотрел, прежде всего, что разрешается делать адвокату или не разрешается. То есть адвокат вправе или не вправе. То есть вы прям читали весь нет, текст? Нет, я нашел, например, статью 9, да, там написано. Ну а как вы так быстро? Вы с самого начала, начали читать? Да. Нет, я просто пролистал, смотрю, адвокат не вправе. Где увидели не вправе, да. То есть нашли норму. Дальше. Да. Затем третий этап толкования, то есть нужно норму понять, относится данная норма к настоящей фабуле. Какое там вы слово понимали вот в этой статье? Например, интроспективно понять, что вы там, какое слово вы понимали?
Ну, например, адвокат не вправе разглашать без согласия доверителя сведения. Ну, что-то было непонятно. Ну, здесь все понятно, но здесь нужно определиться с тем, что такое разглашение, каких определенных именно сведений. Разглашение сведения? Да. Что значит разгласить и что такое сведения? Да. Ну, хорошо, следующий этап. И четвертый этап – это квалификация. То есть нужно уже сопоставить, относятся ли все вот эти три пункта, они пришли в правильной последовательности, и относятся ли они к фабуле дела. Нужно прежде всего квалификацию сравнить с фабулой. Отлично. Вот то, что вы сейчас объяснили, делают все юристы, но не все могут объяснить, как и что они делают. То, что вы это понимаете рационально, я думаю, это хорошо. Пожалуйста, кто хотел бы предложить свою позицию для обсуждения? Верните, пожалуйста, выберите. Выберите одногруппников, кто будет на свою позицию. Вы их знаете? Да, знаю. Пусть Виталий будет. Пожалуйста. Виталий, оглашайте свою позицию. Правило сохранения персональной тайны распространяется. Подожди, Виталий, подождите. Сначала определите свой тезис. Виноват он, то есть нарушил или не нарушил? Да, я вспомнил. Да, адвокат виноват. Мой тезис. Правило сохранения персональной тайны распространяется. Вы видели его на фотографии? Он такой сильный. Посильнее будет, чем я. Ну, мне кажется, его аудитория женская, поэтому... Ну, как вы знаете? Я наоборот сомневался. Может быть так. Ну, перейдем к тезису. Да, да, давайте. Правило сохранения персональной тайны распространяется на факт обращения к адвокату, включая имена и название доверителя. Все адвокатское производство дела. Все? Да, все. Это статья 6. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту позицию. Не понимает. Пожалуйста, спросите любого. Рауф. Что сказал Виталик? Я могу сейчас зачитать заново статью, на которую Виталик ссылается. Это как вы сохранения... думаете, она слышала, как? Она просит связки. Она слышала, что было написано, она просит связку, что не так. Как он связал, вот это последний пункт, да, когда конкретный кейс с конкретной статьей, она не увидела связку. Она просит вас пояснить, в чем там связь. Я правильно понимаю? Ну да, я понимаю, что он читал. Спросите у другого. Влад. Да, но Виталий имел в виду, что значит, он нарушил, то есть тезис Виталий так нарушил. Нарушил, потому что, значит, доверие адвоката, значит, не может быть, значит, без, как там, без уверенности в сохранении этой профессиональной тайны. А профессиональная тайна адвоката, она обеспечивает определенный иммунитет доверителя, то есть что доверяет ему. А вот профессиональная душа. Сейчас же Виталий, корректно? Нет, не корректно. Спросите у другого. Я. В общем, Виталий отталкивался от такой позиции. Ну, тезис его был в том, что адвокат действительно виноват. И он использовал пункт 5 статьи 6, он сказал, что есть определенные правила, то есть такие правила сохраняют профессиональную тайну адвоката. То есть, и он говорил, что как раз таки этот случай, когда адвокат разглашает вообще дела о том, что к нему кто-либо из доверителей обращался, это уже является нарушением. Сейчас, секундочку, не спешите, Виталий. Корректно. Вам понятно? Да. Хорошо. А вам понятно? Позиция Виталия. Мне? Да. Я не поняла, что он сказал. Пожалуйста, спросите любого. Илья, пожалуйста. Нет? Да. Ну, Виталий сказал, что да, адвокат нарушил. Единственное, что она... Нет, все, я поняла. В контексте поняли? Да, 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 да. Ну, пусть она расскажет потом. Он вообще виновен, потому что адвокат нарушил, ты сказала? Да. Требования кодекса. Что адвокат должен сохранить профессиональную тайну и любое как бы разглашение сведений о доверителе и информацию по делу является уже нарушением. Поняла, да. Сейчас, не спешите. Виталий, это корректно? Корректно, да.
Да, поняла. А что сделал? А что сделал адвокат? Нарушил правила. А что он конкретно сделал? Этики и разгласил адвокатскую тайну. Как? Каким помощью? Ну, потому что на своей страничке он выложил ход дела. Ну, как бы... успешный ход дела, как бы сведения этого дела. Виталий, корректно? Да, корректно. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает позицию Виталия о том, что адвокат Сухов нарушил кодекс профессиональной этики адвоката и должен быть наказан. Или нет? Ну, не важно. А второй человек что? А пока еще нет. Поднимите руку, кто не понимает. Поднимите руку, кто не согласен с Виталием и может оспорить его позицию, защитить адвоката. Не задорого, я не думаю, что он даст больше 500 тысяч. А можно вопрос? Да, кому? Вам. Да. А можно помимо кодекса профессиональной этики адвоката пользоваться там другими какими-то? Да, вообще. Лишь бы это подействовало на аудиторию. Можно даже взять молоток и по коленке как стукнуть, тоже действует. Можно, любыми средствами, только законом, в рамках закона. Виталий, выберите себе оппонента. Виталий, что с тобой? Я просто нарисовал. Это выбор. Вот Юлия, она там тянет. Пожалуйста. Виталий, я с вами не согласна. Я считаю, что адвокат не следует, не может быть освобожден от обязанности. Что адвокат, как у него самого звучит, адвокат не привлекается, да? Да, виновен, то есть нарушил, не нарушил. Адвокат не нарушил правила профессиональной этики адвоката, так как согласно статье 6, пункту 3, адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. Я считаю, что в данном случае доверители дали свое согласие на то, чтобы разгласили их там рождение. Поэтому ничего страшного. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает критику Юли. Нет, не говорите, что это неправо, неправо. Нет. Точно понимаете? Да, понимаю. Спросите любого. Кроме Юли. Настя, объясни мне. Юля считает, что адвокат не нарушил, потому что вот согласно пункту 3 статьи 6 получается, что адвокат может размещать сведения, если доверитель дал на это согласие. Подшифровывается, что согласие было дано, и поэтому ничего такого в этом нет. Юля, корректно? Да, корректно. В 3 пункте написано, что адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну. Далее, если? Никем, кроме доверителя. Ну. Доверителя может, значит. Если доверитель дал согласие на то, чтобы его сведения разгласили. Юля исходит из того, что он дал согласие. Да. Или если бы он не дал, он бы уже обратился к нам. Ну, там аргументы могут быть разные. Вы слышали? Да, я слышал. Вопрос встречный сразу появился. К кому? К Юле. Зачем? Ну, вы, вам понятно, Юрий? Да, понятно. Пожалуйста, выберите себе адвоката. Владислав. Ну, я не согласен с Юлией. Про работу можно с ним еще? Да не работать. Да не работать с адвокатом? Да, с адвокатом. Я не согласен с Юлией, потому что если мы опять же будем смотреть на статью 6, пункт 3, далее на буквально следующее предложение. Согласие доверителя на прекращение действия адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме там, и так далее. Ну, вопрос такой, а согласие это вообще? Было ли согласие вообще на разглашение сведений? Вот в этом. Итак, поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает это возражение на Юлину критику. Кто не понимает. Понимаете? Да. Что вы говорите? Влад говорит о том, что он не согласен с мнением Юлии, и говорит о том, что согласие доверителя на прекращение действия адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме и так далее. То есть определенный порядок. И задает вопрос, а был ли этот порядок соблюден, то есть было ли дано согласие доверителей? То есть, как я поняла, что он задает такой вопрос, чего взяли, с чего я взяла, позиция о том, что было дано согласие.
там не написано. Сейчас там не написано. Ну хорошо. Карьера. Юля, вы подайте, пожалуйста, руку, кто не понимает этого возражения. Вы сейчас пришли, понимаете? Нет. Спросите любого. Женя, я не слышала, кто о чем говорил дальше. Юля, на что я остановилась? Когда Настя объясняла Рамочку, о чем говорила Юля. Родион там говорил. Вот у меня. Давайте так, с самого начала. Так, какой был первоначальный тезис? Первоначальный тезис был, Виталий сказал, что адвокат должен привлекаться к ответственности за то, что он разместил материалы своих успешных дел, и сослался на статью 5, на пункт 5 статьи 6, и сказал о том, что адвокат не должен не только раскрывать имена, названия доверителей и то есть какие-либо сведения из уже ранее разрешенных дел. На это ему возразила Юля, она сказала, что нет, адвокат не должен привлекаться к юридической ответственности, поскольку пункт 3 статьи 6 говорит, что адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя. То есть она как предполагает, что доверители дали свое согласие на то, чтобы их дела были опубликованы. Влад возразил Юле, сославшись на то, что согласно пункту этой же статьи, продолжение, что согласие доверителя на прекращение действия адвокатской тайны должно быть выражено в письменной форме, присутствие адвоката и так далее. То есть он говорит, что задается вопросом, где какое-либо письменное подтверждение то есть данного дела. Ну это, скорее всего, не вопрос, он утверждал, он говорит, нет сведений, что они давали разрешение. Влад, это корректно? Да. Я правильно понимаю, что просто участники спора читают дальше статью? Ну, то есть они где-то в конце будет правильный ответ. Юля, вы понимаете критику? Да, я понимаю. Вы согласны? Нет, конечно. Вы дальше прочитали? Нет. Хорошо, сейчас... Я могу опираться на то же самое и сказать... Хорошо, сейчас Юля. У вас есть право на адвоката. Да, у меня адвокат Анастасия Роншакова. Пожалуйста. А по условию данной ситуации, если не дано то, что доверитель не давал согласия, поэтому нигде не написано, что он не давал, мы можем предположить, что он все-таки давал. И мы считаем, что да, было дано согласие, поэтому адвокат имел право разместить. Да, так как было сказано, что адвокат имеет хороший статус, то есть он известен, он успешен, поэтому, вероятнее всего, он взял разрешение, да, он знает закон, и он бы не совершил такой закон. Подавите, пожалуйста, руку, кто не понимает критики Анастасии. Не понимает. Понимаете? Настя говорит о том, что исходя из слов парней, так скажем, почему так скажу? У вас есть сомнения? Нет, однокрупников. Мало ли там с этим сухом, черти что. Нет, так как адвокат имеет очень, так сказать, известный статус в Российской Федерации, может, за пределами ее, и по-любому, благодаря своей знаменитости, так как он является хорошим адвокатом, он знает закон и права. Исходя из этого, они предполагают, что на основе этих прав он уже взял согласие доверителя, так как адвокат с таким уровнем, как он, я думаю, не стал бы без согласия выкладывать информацию. Не подставлялся? Да. Анастасия, коллега? Подойдите, пожалуйста, руку, кто не понимает позицию критики Анастасии. Хорошо? Ну, я предлагаю завершить эту часть. Пожалуйста. Кто первоначально был? Виталий. Виталий, а каким одним словом вы определили ту позицию вашей страны? Я думаю, тайна. Так, тайна. Можно иначе?
Презумпция невиновности. Почему? Давайте, может, от той стороны. У вас есть предложение? Какое? Одним словом, ваше критика. Согласен. То есть было получено согласие на размещение информации. Информация была размещена в коммерческих целях, в рекламных целях, но с согласием. Значит, правила не нарушены. Можно, наверное, да. Изменить нам слово? Да, конечно. Еще нет. Обязанность. Обязанность к чему? Обязанность адвоката соблюдать персональную тайну. Одним словом, это просто обязанность. Но вы понимаете, что та сторона говорит, они эту обязанность соблюдали. Там есть оговорка о том, что можно размещать информацию с согласием. Так неизвестно же. Да, во-первых, неизвестно сам факт был ли согласен, во-вторых, по написанной форме должна была. Неизвестно обратно. А разве не должно быть написано ниже то, что донос, согласие? А кафе не говорят? Там вот написано в этом. Ну, как я, знаете, вот сейчас кодовое правило поведения адвоката в социальных сетях, и там мы прописали такое правило, адвокат должен указывать, что это согласие доверить. Ну, сейчас, ну, сейчас пока этих правил как бы нет. Можно еще добавить? Они не утверждены. Но да. Там уже сведения разглашаются, сведений никаких не разглашались, имел не было. Это все, это следующий этап, это вы в другую сторону пошли, это отдельно. Итак, у нас два концепта есть. Согласие и обязанность. То есть согласие, что адвокат Сухов не нарушил правила, а обязанность, что он нарушил правила, этические правила. Я прошу определиться, аудитория. Поднимите руку, кто считает, что адвокат Сухов нарушил кодекс профессиональной этики адвоката, разместив информацию о своих доверителях. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дайте, пожалуйста, руку, кто считает, что он не по этим основаниям он не нарушил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Итак, по этим основаниям не нарушил. То есть было ключевое там добросовестно, что если человек умный, он автоматически поступает добросовестно, ну, то есть не подставляется. Это опытный, там опытный. Опытный, известный. Адвокат известный, да. Ну, с таким, подставляет свою репутацию. Да, с таким топлисом-то уже о какой репутации идет речь. Хорошо. Пожалуйста, кто хотел бы выдвинуть свою позицию для рассмотрения? Можно? Виталий сказал, что адвокат нарушил. Нет, все, то Виталий отрезали, он проигравший. Я считаю, что адвокат. Да, все, секундочку. Да, кто выиграл, мне скажет, что я индульгенция была выставлена. Не забывай, это не на ваших интересах вы проговариваете. Да. Я считаю, что адвокат не нарушил ничего, так как он не нарушил законные интересы своих доверителей. Этим самым он не нарушил перечень статей Кодекса профессиональной адвокатской этики. И также самую пункт 5, статью 6, разглашение сведений о доверителе. Я считаю, что сведения о своем доверителе он не разглашал, так как в статье 5 написано, что факт обращения к адвокату, включая имена, название доверителя, имен и название доверителя, в данном кейсе там у него не было. То есть получается, это могла и выдуманная история взять. Получается, сведений никаких о доверителе он не разглашал. И тем самым я считаю, что он ничего абсолютно не нарушил. Ничьи права он не ущемил. Ну, здесь уже видно, вокруг какого слова мы будем идти, да, сведения? Вы же не можете выдумать. Факт сведения. И сведения. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту позицию. Не понимает. Понимаете? Что вы говорите? Говорит то, что Сухов не нарушал никаких. Нарушал. В общем, не нарушал, потому что ни на какой информации о конкретном человеке он не разглашал, след никаких прав ни чьих не ущемлял. Это корректно? Да, я считаю, что это хорошо. Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту позицию.
позиция защиты адвоката. Если бы Сухова привлекали, вы бы его защищали. Пожалуйста, кто может оспорить эту позицию и показать, что она не очень, мягко сказать. Пожалуйста, выберите себе оппонента. Он один, да? Нет, он бывает. Пускай ранее еще. Роман, он ссылается на пункт 5 статьи 6. Однако, если читать ее дальше, там сказано, что правила сохранения персональной тайны, они распространяются на сведения, полученные адвокатом от доверителя, а также на содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных. Все адвокатское производство по делу и в целом все сведения, связанные с оказанием адвокатам юридической помощи. И вот если читать эти кейсы, даже не говоря о том, указаны там или не указаны, там именно есть вот эти сведения, там какие советы, там адвокат разъяснил там своему доверителю то-то. То есть также ссылаясь на этот же пункт, этой же статьи, можно сказать, что он все-таки нарушил. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту критику. Пожалуйста, спросите у него. Кто сегодня не говорит еще? Вероника. Вероника говорила этого 3 раза. И вела со мной светскую беседу. В общем, Вера привела такой аргумент, что согласно статье 6 пункту 5, который и называл, собственно, роман, но если ее прочитать дальше, можно увидеть перечень более обширный, чем какие-то конкретные сведения, скажем, о негативной обратившейся инстанции. Перечень гораздо больше. Там, например, перечень факта обращения вот именно к адвокату, какие он услуги предоставлял. То есть все это считается профессиональной тайной. То есть получается, если он даже не выдает, скажем, имя и, по мнению Романа, допустим, не разглашает это сведение, все равно он так или иначе разглашает сведения обращения к нему, что будет являться нарушением. Корректно? Да или нет? Да. Хорошо. Вам понятно? Да, понятно. Хорошо. Спорить могу? Сейчас, слушайте. Куда вы спешите? У меня сегодня прям открытие группа для меня сделала. Открытие такое, читать надо дальше. Каждый раз надо читать дальше. Хорошо, Роман, выберите себе адвоката. Да. Ну, давай, пускай не новый. Романчиков, Валерия сказала, что в статье 6 в части... Сейчас, секундочку, я прошу. Я могу посоветоваться с ней? Все, она адвокат, все, ваша судьба в ее руках. Нет, не так. Ваша индульгенция в ее крепких руках. Господи. Вот смотрите, Валерия же говорит, что в статье 6, в части 5 говорится, что не только о факте обращения, а там назван определенный перечень информации, которую адвокат не имеет права разглашать. Ну, Роман говорит о том, что даже если бы он это разгласил, то непонятно, о ком идет речь. Допустим, сказать, что вот мальчик убил, мужчина убил человека. И что этот человек, который убил, мы его не можем идентифицировать, и, соответственно, никакой уголовной ответственности не привлечем. Также, соответственно, и с данным делом, так как имена не были раскрыты, мы не можем идентифицировать тех людей, чьи права были нарушены, чья тайна была раскрыта. И поэтому мой доверитель прав. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понял ее возражение. Возражение на критику. Понимаете? Не поняли? Да. Пожалуйста, вы выбирайте любого. Кто не говорил еще? 2 человека такие. Ксюша. Нино, как она адвокат Романа, рассказала тебе. То есть есть определенные правила разглашения сведений. И эти правила не были нарушены, так как лица, которые были, так сказать, в разглашенных сведениях, невозможно их идентифицировать, потому что там написано просто, там, допустим, мужчина и там убил другого человека, и там не написано, кто именно это сделал. Следовательно, это никак их как, не подставляет клиентов, доверителей, и не идентифицирует их. Вот.
Это знаете, как вот жили, были, дед да бабушка. Блин, спалил клиента. А кто такие? Дед и баба жили, убили курочку. Значит, вам понятно, Лидия? Вы согласны? Нет, конечно. Хорошо. Выбирайте себе адвоката. Так я. Хорошо. Хотя, я прошу выбрать только один аргумент из 10, которые у вас есть. Один аргумент. Следующий сказать о том, что позиция вот другой, да, стороны, о том, что невозможно. Ну, скажем так, это плохая сторона. Нет, другая. Другая. Она не плохая, просто у нее другое мнение. Просто я думаю, вы их не знаете. Мнение Романа. О том, что, ну, не но, а о том, что лицо невозможно идентифицировать, а следовательно, не было разглашения адвокатской тайны, не представляется убедительной, поскольку, как уже говорила Валерия, даже сам факт обращения к адвокату, это разглашение, да, факт обращения к адвокату, это уже является разглашением профессиональной тайны. И адвокат, он должен сохранять эту профессиональную тайну с тем, чтобы обеспечить доверие доверителя. То есть разглашение этой тайны означает, что адвокат теряет доверие. Ну, говорит, смотрите, она говорит, что чтобы разгласить, надо идентифицировать. Что именно эти сведения относятся к конкретному человеку. И она оспаривает, она говорит, там не идентифицируются. Вот была бы фамилия написана, тогда бы понятно. А так она говорит, не идентифицируются, и значит, нельзя разгласить. Потому что никто не поймет, что это кто-то конкретно. Но здесь же сказано, вот, в пятом факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителя. То есть даже там факт обращения к адвокату, это уже является разглашением профессиональной тайны. То есть, несмотря на то, было ли указано там имя, не было указано имя. Потому что, допустим, если доверитель не давал себе согласие, он знает о том, что исход дела, да, ему адвокат выложил, ему это может просто не понравиться, потому что, ну, допустим, не хочет об этом вообще просто говорить. И это является нарушением. Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту позицию. Пожалуйста, спросите его. Те, кто не отвечал, да, сегодня? Ну да, еще один остался. А кто? Олесю хочу спросить. Да, да, давай. Ну, Таня не согласна с мнением Лино, так как неважно, прописано ли, например, в самом деле имя, там, фамилия, например, сами доверители, сам факт обращения уже к адвокату является профессиональной тайной, и поэтому сведения не могли бы разглашены адвокатом. Хорошо, давайте определимся. Итак, у нас последнее слово. Последнее слово нам предоставить. 2-2. Там дополнение. Да, она такая мощная. Они сейчас лягут все. Итак, Роман, как бы вы со своим адвокатом определили одним словом свою позицию? Случайно, наверное, совпадение случайно. Случайно. Сейчас. То есть кейс такой. Сайт на сайте, текст о каких-то делах. Отсутствие чего? Непричастности. То есть я это не делал? Ну, нет, скорее всего. Я не причастен. Я предложил, вот у Нино было, мне кажется, у Нино был хороший термин идентификация. Да, И термин хороший. То есть, ну, отсутствие идентификации, да? Там нет идентификации, значит, не распространил. Мало ли, о ком я буду рассказывать. Если я буду рассказывать там, этот случай только один в мире бывает, тогда он легко идентифицируется. А если таких убийств каждый день прорва, да. Идентификация нет. Правильно понимаю вашу позицию, а вы говорите, ну, формально нельзя, написано нельзя. Ну, нельзя, мало там идентифицировать, а вдруг кто-то идентифицирует, это даже не важно. Но формально написано, что не распространение. Значит, не распространение. Я хотел сделать именно акцент. Подойдет формально?
формальное нарушение. Ну, формально нельзя, все. Ну, формально в смысле по форме. Вот написано ниже в стране. Нечего там думать, кто-то угадает, не угадает. Нет и нет. Верификация формальная. Ну, формальное требование. Итак, я прошу аудиторию определиться со своей позицией. В данном случае, вот еще интересно, вопрос идентификации, да, например, там один человек пишет от другого в сети и не пишет фамилию, но описывает какую-то ситуацию. Тем самым он раскрывает какую-то тайну, а если идентифицирован? Ну как? А если, допустим, вы в группе что-то прописываете, понятно, что это Роман Григорьевич. Можно сказать, что там в усах и в очках, но фамилии не написано. Я сам понял, случайно миллиард людей. Да, миллиард таких. Здесь только группа, а там вся Россия. В группе в ГАИ 302, да, таких. Итак, идентификация формальности. Дайте, пожалуйста, руку, кто не принял решение свое. Он считает, что нарушил, это значит формально, написано «не делай». Или идентификация, но если ты написал и нельзя идентифицировать, вреда нет, значит, ты можешь. Поднимите руку, кто считает, что адвокат не виновен за идентификацию. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поднимите руку, кто считает, что адвокат виновен. Потому что не написано, не делай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Двое воздержались, а всего 19. А всего 19, кто не голосовал? Два человека не голосовал. Два человека просто. Итак, два раза мы оправдали, я думаю, мы подняли ему рейтинг этого адвоката. Я его сам полюбил после этого занятия. Ну, условно, в Москве я здесь. Пожалуйста, какие есть вопросы по этой теме, перед тем, как мы перейдем к кровавой части? Сказали, что вы до этого с нашими адвокатами разговаривали, логографами об этом ситуации, а ни в каком не пришли. Ну, мы про Топлиса говорили. А, ну, адвокаты себя так стали. Молодец. Ну, вот, кстати, это что не надо. Помните, вы обсуждали статус адвоката? Как бы адвокат всегда адвокат или не всегда? Вот мне кажется, что будет сейчас к этому больше относиться. Знаете, там отвечала одна адвокатесса, Светлана, это моя одногруппница. Она адвокатесса в городе Волжска. А я так ее идею понял. Она говорит, этически его наказывать нельзя, но он придет. Как еще раз? Ну, то есть этически корпорации не должны его привлекать к ответственности, но он ненормальный. То есть, ну так делать не нужно. Это же не женщина, а мужчина. Нет, ну а если на пляже его, принципе? Да, я думаю, если на пляже было. А если, знаете, ну вы можете посмотреть, а если он в кровати лежит, и розами, так обсыпан розами, в тех местах, которые он не хочет показывать. Это что? Я думаю, что как-то что с ним будет выложить фотку. Ну, я, знаете, я только что, да. Кстати, я консультировался с психологом только что, но не по своему поводу, а по его поводу. Она мне выдвинула идею, что это нарциссизм. Ну, похоже на нарциссизм. У меня начальная стадия, у него, конечно. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? А ваше мнение можно услышать? У меня группа убедила. Группа убедила, да? Что в данном случае у формальных, даже формальные нарушения. Ну, для меня вот это было открытие, что статью надо читать до конца, я сам не всегда читаю. Сначала прочитал, а потом тебе тыкают, говорят, смотри, ниже написано. А ты потом из злости читаешь дальше и ему тыкаешь. Смотри, а что ниже написано? А так надо читать все до конца.